цепляться за последний вагон состава, переходить переезд в наушниках, играть и бегать на железнодорожных путях – все это может стоить жизни незадачливым нарушителям техники безопасности. Не проверяя себя на прочность. Под таким девизом сотрудники детской железной дороги рассказывают школьникам о безопасном поведении на железнодорожных путях. Сегодня, значит, мы собрали ребятишек из ближайших школ, привели на детскую железную дорогу, чтобы рассказать им в очередной раз о правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Мы не хотим деток напугать, хотим, чтобы они усвоили эти простые правила. Несмотря что дорога детская, правила поведения на ней самые что ни на есть взрослые. По словам инструктора ДЖД Елены Семеновой, изучать технику безопасности нужно в любом возрасте и начинать с детства. Изучили, как правильно перейти железнодорожный путь, какими правилами они должны воспользоваться. Мы с ребятами побывали в вагоне, где рассказали правила поведения в момент посадки, высадки пассажиров и самих пассажиров в вагоне, правила поведения на железнодорожных платформах. И несмотря на то, что это детская железная дорога, это все равно железная дорога. У нас единые правила, единые правила технической эксплуатации. Но 5А таким насыщенным днем не напугать. Школьники наперебой отвечают на вопросы педагогов и, кажется, уже знают все о самых важных запретах. На железнодорожных путях нельзя играть в мяч, бегать, кататься на велосипеде. Даже также нельзя залезать на стойки с сетями, электрическими сетями. Не переходить за желтую линию. Раз. Правила поведения на железных путях, на железнодорожных путях. Нельзя подлазить под рельсы. Нельзя кидать в поезд камня. Нельзя играть в игры. Нельзя залезать на вагоны. Нельзя воровать. Нельзя заходить за желтую линию при движении поезда. Нельзя курить в вагонах. Нельзя выходить по вагонам, когда движется поезд. Нельзя высовывать голову из окна, тоже когда движется поезд. Месячник «Безопасная железная дорога» проходит по всей России. Только в нашей области с начала года пострадало 7 детей, а 57 травмированы электротоком. Школьники идут на поводу модных трендов и, стремясь удивить друзей, залезают на крышу, цепляются за наружную арматуру поездов и делают экстремальные селфи своих подвигов. За все это родители расплачиваются штрафами, а дети – своим здоровьем. Татьяна Ермошина, Юлия Короткова, Максим Веселов. Объективно. ННТВ.